Всем привет, дорогие друзья, с вами Феликс. Сегодня мы играем в Darkness 2. Поехали. Поставим гангстер. Так. Ну. Настроить яркость так, чтобы без нижней части экрана был едва заметен. Ну, раз уж... Так вот тут почти вот не видно. Вот так. Ну да. Послушаем. Окей, понятно, как все началось. Сперва не было ни хрена. Вообще ни хрена. Кроме тьмы и пустоты. И тьма была только рада. Потом Господь сказал: «Включите свет!» И лапа кончилась. Началось с фигни. Планетка тут, солнце там... Сечешь, а потом пошли люди, коровы всякие, всякая херотень по всему миру. Короче, обломали тьму. С тех пор и до нашего времени тьма кое-как перебивается в этом мире. Живет в носителях в одном за раз. Чуваки-то думают, что они хозяева тьмы, но у тьмы нет хозяев. Есть только рабы. Короче, очередь дошла до Джеки Эстакадо. Тот еще тип. Семьи нет, надежды нет. Будущего нет. И сложилось у него все соответственно. Он работал на семью Франкетти, людей убивал. Светлых полос в жизни Джеки было и так немного. А потом ему исполнился 21 год. И наступила полная темнотища. Вообще-то, конечно, Джеки не возражал против супер-пупер-способностей. Тем более с его-то бизнесом. Если бы не демон, который в него вселился, он был бы рад. Понимаешь, тьма не просто делала Джеки сильнее. Она делала его богом, но только пока выключен свет. Началась война. Мафия против Джеки. Расклад был такой. Вся нью-йоркская мафия против Джеки и тьмы. Но как бы хреново не жилось Джеки, был у него лучик света. Ее звали Дженни. Так вот, они же с детства дружили. Любого спроси, тебе все скажут, они были просто созданы друг для друга. Так что вышла из этой истории настоящая трагедия. Мафия, она Джеки так просто отпускать не собиралась. Они решили проще убить Джеки, если отнять у него самое важное. Ничего тупее убийства Дженни эти ублюдки сделать не могли. Джеки, конечно, лишился смысла жизни, но теперь ему было вообще нечего терять. А тьма... Джеки держал ее в заперти несколько лет. Но тут такое дело, как ни старайся, никому не остановить ночь. Если он не сможет управлять этой штукой, которая в нем сидит, очень скоро не останется ничего. Джеки станет просто пустышкой. И тьма будет только рада. Вот так вот. Ешьте сердца, чтобы восстановить здоровье. Понятно. Незадолго до смерти отец сказал мне: «Джеки, от судьбы не уйти, но попытаться ты обязан». Тогда я не понимал, о чем он. Нечто внутри меня, нечто ужасное, стремилось наружу. Оно вырвалось и заставило меня смотреть, как моей любимой вышибают мозги прямо передо мной. Потом тьма дала мне силу отомстить. Такое можно увидеть только в кошмарах. Убийства делали тьму сильнее, злее. С той самой секунды она рвется из меня. Она называет себя тьмой. Джеки, рад тебя видеть. Заходи. Привет, Винни. Ну как семья? Какая? Эй, Джеки, глянь-ка на сиськи той брюнетки справа. Давайте посмотрим направо. Нет, нет, не то право. Это слева, дебил.
Джеки, смотри, тут портрет твоего отца. Хороший он был человек. Честный. Ну ладно, не время грустить. Идем, босс. Твой стол уже накрыт. Близняшки уже ждут. Ужасно. Эй, Энрико, я взял билеты на игру. Я оплачу. Погодите-ка секунду. Ну, да. Я добавлю немного громкости. А то сейчас тут всякие пристрелки там будут. Так. Ты в моей власти! Так. И еще. Так. Игра. Субтитры поставлю. Все, окей. Эй, как жизнь? О, мистер Гальвани, рад встрече. Извините, мадам. Конечно, мы бесплатно. О, Билли, как дела? Неплохо. Официант, заверни мне с собой. Конечно, мистер Свифти. Живей, мне пора бежать, о, давай. Извиняюсь, Гастон. Прошу, босс. Бон аппетит. О, милый близняшки. Привет, Джеки. Помнишь нас, клуб «Конфетка»? Ну, вспомнил? Ну, конечно. Помню, помню. Поверьте, я бы с радостью, девушки. О, щит. О, черт! Джеки, на пол! Оу. Это эпичная сцена такая. Как я это называю, сыграть заставку. Джеки, я тебе помогу. Боже, его нога. Винни, что делаем-то? Прикрывайте же. Я вытащу Джеки оттуда. Давай, Джеки, слушай, давай. Меня. Надо отсюда сваливать. Держи-ка. Прикроешь нам задницу. Окей. Уж, Винни, черт. Я урою этих сук! Джеки, приди ко мне. Могу попасть. Что-то остановился, давай, тащи меня. Нормально вообще так остановил, оставил меня там. Они слишком острые, я им сказала, мы найдем другое место. Давай, 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 давай. Мой ствол последний, чтобы не сошли. Вы ублюдки! Держись, Джек. Ой, черт, не могу сюда. Давай, давай, тащи мне. Патроны бесконечные. Стреляем сколько угодно. Чуть не задавило. Стой, погоди-ка. Ладно, хоть по ноге не дай дух переведу. Фу. О, погоди минутку, Джеки. Давно я не был в качалке. Не подпускай их! Чё ты так стреляешь? Ты могу кабину, да? Тебя надвигается. Буря бешеная. Шутка. Так, слушай, босс. Отсюда я вижу кухню. Давай рванем туда. Бери бахнули. Оба ствола, а я вытащу тебя. Да, давай. Оба ствола. Тоже что-то интересно. Давай-ка. Давай-ка. Давай из ствола попасть. Почти. О. Это газ! Быстрее, Винни! Я не знаю, сейчас попытаюсь поджечь. Ну, хватит. Зажигалку быстро. Или взорвать. Или еще что-то. Это понятно. И вот летит коктейль Молотова и... Бумс. Вот так вот.
Бэтменом говорит. Нет! Нет, сука, больше не выйдет! Я твое спасение! Да, он сильнее отца. Продолжайте! Что, ублюдок, задергался? Давай, иди сюда! Получишь конфетку! Прими в сердце тьму, Джеки! Вот нам предлагает отпустить тьму, то есть принять ее. Я нужна тебе! У нас нет выбора. Ладно, возьмем. Возьми меня! Ждет пища! О боже! Чё там за хрень? Ты видишь? Мамочка! Интересно, как я в воздухе нахожусь. Летаю типа или что-то. Я думаю, мы сейчас в бошку отгрызем. Было прикольно. О, нога зажимает. Видели, нет, как большой палец отрывает. Это... Что говорили. За хрень творится? Кто это был? Не знаю, босс, не знаю. После взрыва я видел хромого мужика, с ним были странные типы. Все рожи незнакомые. И где этот ублюдок? Они ушли по переулку. Наши ребята у входа, так что встретишь их на улице. Я сейчас приду, только... Только отдышусь. Вставь им, Джеки. Ставлю. Остальные парни на улице, босс. Окей. Они ждут в переулке. Дойди до них. Макспейс. Ага. Вижу его! О, подонок, сегодня... О, класс. Так, зажимаем. Угу. Все. Угу. Передай привет дьяволу, Джеки! Окей. Ты труп! Все. О, такая песня. Давай. Джеки? Испарились. Эй, стой! А, нам провода нужно перерезать. Да, что-то случилось. Не знаю. Давайте-ка нет. Это было что-то. Простой белый экран. Красава, вот тебе ачивка. А? А? Больно! Спи спокойно, козёл! Вот это да. Что это у меня? Так, ну ладно, еще один. Там эстакада! Он еще жив! Ублюдки, и вы мне заплатите! Я тебя возможно подкрепить мечтаю! На, этот тесак. Так. Где они там? О, да, у меня крышка. Фокус? Это тьма. Нет. О, да, о, да, да, да. Так спланировано все. Да, все, не надо тут говорить мне. Типа, тут все.
Я все ждал, когда ты появишься. О, мартышка. Вижу эстакада. Вот он, тут. Ну и где твоя крутизна, а? Без носа, как с носом. Мартышка! Ну как дела? Обнимай нас! Я пас. Кстати, спасибо. Смотрите. Один баг. Оп. Чем так несёт? Иди, не оп. Я же твой глюк. У меня ботинок. У меня ботинок направлен. Блин, видно. Эй, давай веселиться! Ноги не видно тут. Так, мартышка. Подсобните нам с дверью, ты же умный. Ладно. Ладно, руки подвину. Хотя, убьёшь, может, сначала пистолет потратить. Давай, давай! Давайте. Смотри, людей убивает! Ау, щит, свет. Как вы могли заметить, о, тут красота. Такая мультяшная графика. Это все из-за того, что игра, сделанная по комиксу. Разработчики решили тоже из комикса взять эту графику такую. Окей. Вот это да надо. Так. Н и М, да? Так. Это что? Если ваш удар оторвет врага от земли? Класс. Это что? Схватите ослабление ослабленного врага и нажмите один, чтобы выполнить вампирскую князь. Князь, да. И снять немного здоровья. Пожалуй, это возьмем. И сущность в виде гномика осталась у нас 90. У нас на ничего не хватает. Так что покину. Так, ешь, чтоб съесть сердце. Тут есть, нет у него сердца. Есть. Давай, открывай, пожалуйста. Вот ты заперта! Будь любезен. Посмотри, сможешь открыть тот ящик? Готово, мартышка! Вот для этого нам и понадобится мартышка. Стойте, он сам мартышка, еще и меня мартышка зовет. Рвет как бы... Как он сказал? Я же ему бошку отсюда. Я убью тут на месте. Давай, давай, что ты? Она меня наружу тащит. Так. Сердечко. Ням-ням-ням. Возьму-ка я дверьку с собой на всякий пожарный. Так, опа. Кого это они тут стреляют? Давай, убивай. Сердце. Они свалили туда, вниз, в метро. Вас ничего не смущает? У меня две клешни. Что это спину. За козлы, Джеки? Без башки, как с башкой. Тебе зачет,
И сердечко. Так. Воу-воу-воу, свет. Окей. Так куда нам надо-то? Туда, что ли, подземный переход? Так. Возьмем-ка. Чё, давай к чё-нибудь. А, да. Загрузка. Теперь гораздо лучше. Совсем темно. Так легко уничтожил. Так, да, ну чё, конечно. Ищу вам входной путь, а? Внимание! Службы спасения вызвали. Просьба покинуть территорию. Я врежу! Не бывает! Что это? Ты так не выглядит. Еще посмотрим, мразь! Рви их сердца! Так, что это, что это? Бери, что хочешь. А мне нужны только ответы. Не останавливается. Так, киткат их. Так, нам туда, да, туда. Как анаконда прям. Действительно. Анаконда. Действительно. Ой. Так, ну зачем мне ходить сквозь? А то вдруг потом не будет или берут меня. Так, ты где? А, свет, свет, свет. Вчера мне моя мартышка что-то не заметила. На выстрел. Шик. Ладно. Давай мы что-нибудь порвем. Порвём. Где ты, чувак? А, вон ты. Зря вы, конечно. Нагоняли тут на меня. Он нет, меня убивает. Кстати, чтобы стрелять с левой руки, нужно нажимать на правую кнопку мыши. Если не в тур, не в курсе. На всякий случай. Он же тут. А, вот. Так. Перезарядились. Визишку убрали. Далее куда? О, чёрт, а нет, не смеется. Бум! Вот шот. Так, нам дальше туда, да? Ага. О, а чё у нас в карманах? Все-таки кто-то вышел, да? Выжил. Я сдаюсь. Сдаешься?
кто сдаёт? Кто там дегенерат? Откуда свет? От огня, что ли? Вот мне этого не надо. Дженни! Дженни! What the? Нет! Носитель будет жить! Да, я буду жить. Иначе я не пройду игру. Где, ну, на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи. Всем пока.